«Приключения американца в Одессе». Да не простого американца, а лучшего киллера Америки. Он приехал доказать всем, кто здесь самый умный, но попал в гостеприимные руки советских граждан. 5 рублей 85 копеек. Это не деньги, рубли давайте. Что вы хотите этим сказать, что это не деньги? Как это не деньги? Это не деньги, рубли давайте. А где я могу доллары обменять? Я не справочное бюро, и прошу здесь не шуметь. Уморительная криминальная комедия «Дежавю». 25 июня в 20:50 на телеканале «Самара ГИС».